Привет всем моим любителям видеоигр, отличных видеоигр, страшных видеоигр, видеоигр десятилетней давности, которые являются самыми лучшими, почти самыми лучшими. Ну ладно, в 2007, 2008, 2009. В любом году есть свои лучшие видеоигры, в любом году есть свои лучшие хорроры. И сейчас я вам хочу показать хоррор 2006 года, который был самым лучшим, самым страшным и самым атмосферным. Я вот вам говорю, это вам говорит Hedgehog Incorporated, это вам говорит сам Бенджеро. Да, и мы начнем новую игру. Я там немножко походил, более-менее понял, что да как с управлением. И готовьтесь к херовому изображению. Я в этом не виноват, серьезно, я в этом не виноват. Просто игра запускается 800 на 600. Вот я сейчас серьезно говорю. 800, гребаный 800 на гребаный 600. Но... надеюсь, она будет шикарной. Если сделать больше, если разрешение делать больше, то там сбоку, там везде, со всех сторон появляется какая-то неопознанная хрень, какая-то невероятная хрень, которая очень-очень-очень хреново выглядит. Да. А еще мышкой начинает ебаться. Ну, то есть она показывается не там, где она есть на самом деле. То есть такой теневой эффект у нее. Если это можно так назвать. Ну, в общем, сам курсор навожен на новую игру. Нет, новая игра не выделяется. Чуть-чуть подвину там куда-нибудь влево. До конца, блядь, этой. До конца экрана подвину. Да, он кое-как вроде находит. Ну, курсор не там, где он сам... естественно, находится. Вы поняли, да? Зачем мне это повторить 100 раз? Черт, вы же не тупые. Вы же самые нормальные. Я добрался до особняка Блэквуд в субботу утром. Было прохладно. По небу плыли облака и были непривычно тихо. Место мне сразу уже понравилось. А еще тут, по-моему, на немецком она. Озвучка. Ладно, хоть субтитры есть. Немецкий я плохо учил в школе, так что не обессудь. Блин, вроде игра 2006 года, но я не понимаю, почему она максимум 800 на 600 поддерживает. Там же было разрешение 1200 на 80. Ой, 1280 на 768. Все, я такой, 720 разрешение. Поддерживает же. Так, вот, вот, мы уже можем играть. И я хочу показать, вот как это все выглядит с моей стороны. Так что, одну секунду, ребят, одну секунду. Вот, 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 зацените, как я в это играю. Да, я серьезно говорю. Я вот в это вот, 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 просто вот так вот и играю. Это вот просто... Мне приходится к экрану вот так глаза подводить. Да. Вот так вот просто. Вот я щурюсь, чтобы рассмотреть хоть что-то. Ладно, я тут походил тогда. Гараж закрыт на замок. Гараж закрыт на замок. Ну да ладно, хрен с ним. Вы думаете, ну блин, ну что это за хоррор? Это всего лишь мышка. Это какая-то... point-and-click приключение какое-то. Но, смотрите, дверь закрыта, мы берем ключ и вот так, оп, и дверь открыта. И мы уже внутри. Мы уже внутри, и отлично, мы можем просмотреть все, что тут есть. Все, абсолютно все, что тут есть. Даже картины. Вот, вот посмотри, ну посмотри, ну, ну вот что вот. Муа, это шедевр, это шедевр. Лувр завидует старине и ценности этих гребаных квартир. Так, нам сейчас позвонят. Да. Я, кстати, вчера очень долго искал этот телефон. Я даже сумел забрести на второй этаж. Алло, Михаэль, это я. Привет, Джерри. Рад тебя видеть. Рад тебя слышать. А этот старый телефон еще даже работает. Я боялся, что он рассыпется. Ты все нашел? Ну как, нравится тебе дом?
Но, так сказать, я не могу сказать. Он произвел на меня сильное впечатление. У тебя какой-то странный голос, что-то случилось? Нет, нет, все хорошо, я просто потрясен. Точнее, приятно удивлен. О таком доме можно только мечтать. Значит, он тебе нравится, я уже начал беспокоиться. То вот что я тебе скажу, я превращу этот дом в источник страшных историй. Отлично, у тебя будет время дописать до конца книгу. Желаю удачи. Значит, все в порядке? Да, я только что пришел. Дай мне немного осмотреться. Если мне что-нибудь снова нравится, я дам тебе знать. Ясно, тогда до встречи. А, подождите-ка. Одну секунду. Я вчера, короче, еще проверил свет. То есть, включается он или нет, включается. Вот, я пошел сюда и потыкал. И, типа, нет электричества. И у меня это упомянулось в звонке. То есть, любые детали здесь упоминаются когда-нибудь, наверное. Наверное, упоминаются, да. И мне сказали, что электрик должен прийти сегодня в полдень. Или завтра в полдень, хрен его знает. Давайте в другую комнату тогда зайдем, посмотрим, что-то как. Привет. Да, электричества, короче, в доме у нас нет. Просто нет. Просто нет. Электричества у нас просто нет. Ну чё, тут есть что-нибудь? Ух ты! Скатерти, салфетки, как же мне это все чуждо. В смысле? В смысле тебе это чуждо? Так, кстати, у нас тут есть багаж. Его нужно, наверное, где-то положить. То есть мы должны подняться в нашу комнату. И... Так, вот, да, открывай дверь. Сейчас, я... Да как сюда пройти-то? О, смотри, к зеркалу. И мы в нем не отражаемся. Мы что, за вампира играем, что ли? Нет, мы играем, на самом деле, за писателя, который пишет свою страшную книгу, как я понял из разговора. Да, поднимайся наверх. А, даже так. Мне только вспомнилось слово Джерри о том, что для меня наверху уже готова уютная комната. Да, вот как я и говорил. У нас готова наша комната. А мы сейчас пройдем в нее, чтобы осмотреть. Нифига себе. Да вы зацените. Очевидно, водопровод неисправен. Что, электричества нет, водопровод неисправен. Но особняк он выглядел так не очень, конечно. Ну, туалет у нас не смыть. Никакого туалетного юмора, ребят. Никакого. Да, давайте в свою комнату пройдем, наконец. Так, секунду. Где моя комната? Вообще. Здесь? Я тут вообще ничего не вижу. Как только я вхожу в эту комнату, я удивляюсь. Это настоящая выставка, полная шедевров американской культуры. Африканской. А это значит... знаете, что значит? Значит, у нас тут вуду. Всякая вуду-хуюду. Вуду-хуюду. Что это такое? Это пара огромных заострелых бивней. Заостренных. Шикарно. Бивни. А тут что у нас? Слэш. Вполне вероятно, что это витрина, самый поразительный экспонат в этой комнате. А что тут? Тук-тук. Тук-тук. Понятно. В общем, понятно. А тут у нас что? Мы ненароком откроем что-нибудь, да? Или что? На этой цепи закреплено нечто, что очень похоже на макет когтя льва. Макет? А может это реально как коготь льва? Чё бы нет? На первый взгляд все эти маски кажутся истлевшими. Кажется, словно они защищают всю эту комнату. На первый взгляд все эти маски, да-да-да, мы все это видели. Окей. Защищают эту комнату.
Надо это запомнить, кстати. Надо это запомнить, эту фразу. А то вдруг там нас кто-нибудь... За нами кто-нибудь погонится. Так, вот это наша комната. Или чё? Или чё? Кровать выглядит очень удобной, словно по моему заказу все сделано из плюша. Плюш! Хакси, я вспомнил Хакси из Dreamfall. Нет. Хакси. Так, картина, окей. Да, мы можем просматривать все эти объекты, бла-бла-бла. Все это и так понятно. Блин, если бы это еще удобно было играть этой игре, просто вот волшебная бы была эта игра. Волшебная, серьезно, говорю тебе. Я тебе вот так говорю. Да, мы вот сюда пройдем. Мы откроем ящик. Что тут? Что тут? Часы. Окей. Часы, часы. Часы, часы, ну чё часы? Это... Что ты говоришь? А, это разбитая картина. Так. Тут у нас... Тут тоже ничего. А, подождите. Сюда? Нет, не сюда. Я у нас цель миссии-то. А цель миссии? А цели у нас нет. Опа, это что такое? На этой полке стоит какой-то диплом. Очевидно, что прежний постоялец в этом доме был одаренным. Одаренным. Одаренным он был. Знаем мы этих одаренных людей. Ничего от них ожидать нельзя. Собственно, да. Вот так вот. Хрен чё пойми. Мне скоро становится ясно, что это моя собственная комната. Становится очевидным, что их таких огромных окон... Из таких... Наверное, из таких огромных окон должно что-то появиться, да. Писательский стол. Милый и красивый туалетный столик стоит перед окном, что медленно вызывает у вас в голове ощущение спокойствия. Все эти книги в этой комнате довольно скучные. Никаких тебе ужасов. Невероятно. Ну, в таком доме читать ужасы — это извращение какое-то. Это, знаете, это как жрать сливочное масло, полив его подсолнечным. Отличное сравнение, кстати. Еще слишком рано, чтобы идти спать. В смысле рано? Никогда не рано. Всегда спи. Здесь стоит маленький столик, который я с пользой применю. И как ты его применишь? Картина. Это у нас... Я не знаю эту картину. Я не знаю ее. Там. Надеюсь, мне за эту музыку не дадут страйк. Ну чё, разожжём. Остатки былого костра. На тут... Стрёмно. Это стрёмно. Стрёмная картина. Я привык к постмодернизму. Это слишком стрёмно для меня. Все эти старинные картины. Тоже знаю. Я тоже видел все эти картины. А! Блин. Мышка у меня ходит на второй экран. Это... Так, отлично. Тут у нас что? Это стетоскоп. Мне кажется, что в этой столе одна полезная вещь. Стетоскоп — это единственная полезная вещь, да? Оу, это что такое? А, это... Да. И, кстати, у нас этот стетоскоп в инвентарь делся. Да блин, ребят, скучно. Если еще слишком рано, чтобы спать, да. Я это понял. Где мой шкаф? Ну, понятно. Нет электричества. Какое стрёмное зеркало. Так, вот у нас еще тут что-то есть. Это у нас спиртное. Это просто...
Не, походу здесь реально доктор жил. Все эти записи. Все эти записи. А, тут пусто. Тут у нас пусто. Тут тоже ничем. Тут у нас книжки. Книжки что, нельзя их взять, что ли? Нельзя книжки взять. Да? Да, нельзя. Нет, это мы все читали, все эти книги скучные, бла-бла-бла. А, одну секунду. А тут еще что-то есть. Не, ничего. В общем, давайте тогда в гостиную вернемся. Может, мне удастся позвонить своему другу и сказать, что электричества нет. Тут у нас кухня. Кухня. Тут? Тут ничего. Входная дверь плотно заперта. Хорошо. Нет, нам на кухне делать нечего. Этот дом просто нереально огромный. И смотри, тут книги. Все похоже на то, что кто-то особенно аккуратно и очень любит проводить время за чтением в гостиной. О, смотри-ка, это что такое? 20 апреля. В приюте ярости я сжег старый дневник. Не то чтобы... А, в приступе. Не то чтобы я сильно жалею. Будто бы мои заметки имели какую-то судьбоносную ценность. Они нужны лишь для того, чтобы не сойти с ума. У меня такое чувство, что это единственное средство, благодаря которому мне удалось обрести мир. Заметки помогают мне обдумать свое положение, когда я уже кидаюсь в крайность. Хотелось бы иметь другие альтернативы, но это, похоже, невозможно. 12 мая. В моем распоряжении несколько вариантов. Не надо ли мне сдерживать обещания и выступить против всех тех, кому я доверял? Или я обречен до конца жизни, до конца своих дней пребывать в таком состоянии? Как кек, я прислал как кек, как призрак со своей миссией, оставаясь здесь. У меня действительно есть выход. Я смогу найти подходящее решение этой проблемы. И за это я должен заплатить определенную цену. Я всего лишь тень самого себя. Остались только эти записи. Мои мысли все время медитации. Мои мысли во время медитации. Ну, тут слишком много. Так что я думаю, вы сами это прочитаете, я просто вот так быстренько пролистаю. По каким-то необъяснимым причинам меня беспокоит журнал, но мне интересно, что могло мучить этого беднягу. Мне тоже интересно. What next? Давайте тогда сюда мы пройдем. Что у нас будет? Что будет? О, смотри-ка ты. Может... О, походу тут еще один дневник, нет? Да, смотри-ка, это еще один дневник. А вы его прочитайте там, ребят. У меня там за дверью кто-то стучится. Но это не важно. Это не важно. Это призраки, наверное. Это всего лишь призраки. Я просто поражен. Материал этого дневника просто невероятный. А вот текста тебе и для книги материальчик. А, я понял. Значит, нам надо... Еще дневники искать, да? Окей. Alright. Будем... А, подождите, я еще хотел... Так, выдвинем, что тут? Что тут есть? Нет, тут закрыто у нас. Письмо. И много марок. В Deutschland. Deutschland марки. Там марки у нас. Что-то все не попади хватает, а у меня дохренище всего. Как предмет-то посмотреть? Что это вообще? А, это что? Стетоскоп мне зачем? Чих. Я не могу не услышать ничего необычного. А, подожди-ка. Серьезно? Здесь пусто. В чемодане несколько моих личных вещей, и он очень тяжелый. Хорошо. В этом чемодане моя верная печатная машинка. Это похоже на сверло. Сверло? Окей. Дорогой стетоскоп. Блин, тут можно эти предметы осматривать. Блин, круто, игра круто сделана. Особенно для 2006 года и особенно для хоррора. Сейчас полно этих инди-хорроров. Ладно, куда мы дальше пойдем? Давайте тогда вот.
Опять сюда пройдем. Посмотрим. Будем тогда дневники искать. Будем дневники искать. Вот сюда. Подождите, а тут я... Ящик стола не выдвигаются. Странно, странно, странно. Почему они не выдвигаются? Чё-то у меня белый фон появился сзади. Теперь я вообще ни хрена не вижу. Ладно, ладно. У вас там все нормально будет? Чё, на второй этаж? Вазы африканского происхождения. Хорошо. Тут слишком много африканского. Походу... Реально, как видно, доктор Вуду был. Доктор Вуду. Да, тут потайных комнат нет. То есть я этот светильник не смогу его подвинуть, да? Ну ладно. Да если у нас... Так, я... Да, сюда, сюда, все верно. На кухню, на кухню. Мы тогда были, что-то я не захотел. Я думал, нам нужно куда-то в другое место. Тут мы... Да, тут мы все... Да чтопте. Тут мы все просмотрели... Тут у нас, собственно, тоже ничего. А тут? Тут? Чё, воды? Воды у нас нет, да? Ну да, водопровод у нас не исправен, но это, конечно, конечно. Конечно. Чё у нас тут есть? В доме есть множество кухонной утвари, которая ждет, чтобы ее использовали. Окей. Тут у нас ничего не взять. Да ладно. Ну, не взять, так не взять. Окей. Там же внизу ящики, нет? Нет? Ящики. Ящики. А, вот, вот. Можно вот так посмотреть. А, нет, все та же утварь. Все та же утварь домашняя. Тут у нас. Тут у нас какая-то дверца. Подождите, я еще не осмотрелся. Еще не осмотрелся. Здесь находятся многочисленные стаканы. Угу. А свет? Нет, свет у нас... Света у нас нет. Это что такое? Это кольцо для ключей. На нем нет ни одного ключа. Кстати, странно. Почему на нем ни одного ключа нет? Тут у нас... Здесь же заперто. Невероятно. Дверь ведет в подвал. А, вероятно, дверь ведет в подвал. Серьезно, серьезно, подвалы, я ненавижу подвалы. Конечно, в таком большом подвале должно быть хоть что-нибудь. Содержащий холодильник выглядит так, словно он пережил какую-то революцию. Из него слишком сильно пахнет каким-то дезинфектором. Дезинфектором. И тут у нас ничего не взять. Тут. Дверь машины закрывается, серьезно. О, смотри-ка ты. Это потайной ящик. И можно взять нож. Зачем нам нож? Зачем нам нож? Серьезно, зачем нам нож? Окей. Окей. Здесь у нас... Что здесь у нас? И, кстати, мы скоро закончим. Минут через 3-2. Да. Так что вы там приготовьтесь. Это... Да, нет электричества, я это знаю. Вот сюда. Что это такое? Стрёмные фоточки. Белочка. Белочка. У меня у самого будет белочка. Это что такое? На самом верхнем листочке в стопке стоит несколько похожих значков, которые мне уже где-то встречались. О, дневник. Так, секунду. Не понял. В смысле? Ты чё не открываешь-то? Это же дневник. Ты чё не открываешь? Хосенхвалькалерле. Тебя ножом разрежет, нет? Вот так? Серьезно? А, подождите, я там что-то взял. Лист бумаги. Что такое? Давайте посмотрим. На бумаге какие-то значки. Да покажи мне эти значки-то. Че, я хочу посмотреть. Ну ладно. Да блин, опять мышка уходит. Окей. О, тут можно открыть. Оп. Карандаш. Карандаш.
Практикал... фотографа. Это, значит, здесь был фотограф, жил какой-то. Может, друг врача? Серьезно? Друг врача. Опять странные фотографии какие-то стрёмные. И посмотрите. В общем-то, все прекрасно, как и этот древний канделябр. Канделябр. Тут у нас. Тот, кто когда-то жил в этой комнате, очевидно, очень интересовался фотографией. Хорошо. Там только бесполезный хлам. Хорошо. Тут у нас хлам. Везде хлам, какая-то хрень. И музыка просто вот шикарная, такая атмосферная. Просто скрипочка это. Волшебно. Скрипочка, пианинка, фортепианка. Обожаю такую музыку, если честно. Тут у нас зеркало. Зеркало, столик. И в этом столике что-то есть. Практическая фотография на стекле и бумаге. Окей, портрет вида агентства свет. Бла-бла-бла. Да, я не это хотел. Тут только ей можно. Ну-ка, посмотри. Кровать в комнате выглядит очень уже знакомой. Так, и подожди. И что-то какой-то звук сейчас был. Что-то какой-то стрёмный. Какие-то пружины, я думал... Ну ладно, он вроде, наверное, помял её. Окей, куда дальше пойдем? Мы тут все осмотрели. Нет, мы тут не все осмотрели. Тут еще была фотография. Я думаю, здесь каждая деталь, она просто важна. Это просто старая картина кухни, которую я не так давно оставил. Что? Которую я не так давно оставил. Что-то перевод как-то корявый, мне кажется. Да, что-то мне реально корявый перевод. Оп, открыли. На западном окне стоит еще... Да, это ваза африканского происхождения. В смысле? Все? Ну, давайте тогда вот на этом моменте мы закончим. Ребят, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делитесь со своими друзьями. Подписывайтесь на меня в Твиттере, в Фейсбуке. И все ссылки находятся в описании. И играйте только лучше. Да. Всем хорошего, ребята. Пока.